Привет, воронежцы! Февраль – это месяц надежды, что мы скоро все скинем одежды. Но скидывать себя пока рановато, ведь местами по Воронежской области обещаются морозы до 20 градусов. А вот в Воронеже в субботу будет облачная погода. Снегопад тоже обещается. Днем минус 2 градуса, ночью минус 12. В воскресенье пройдет снег с дождем. Днем столбик термометра покажет минус 1, ночью минус 3. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.